Расизма в сборной Германии нет. Нападающий клуба Бавария и немецкой национальной команды Томас Мюллер прокомментировал конфликт между полузащитником Месутом Озилом и Федерацией футбола Германии. В прошлом месяце немецкий игрок турецкого происхождения заявил, что уходит из сборной из-за того, что столкнулся с расистским отношением к себе. Тема хороша с точки зрения продаж и интернет-кликов. Нам постоянно задают вопросы, но для нас, для игроков, это никогда не было такой острой темой, как это представлено на публике. Стоит уже наконец прекратить всю эту дискуссию и сконцентрироваться на игре. В спорте и в нашей сборной нет расизма. Как считает сам Озил, поводом для оскорбительных комментариев в его адрес стала встреча с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и их совместная фотография. На своей странице в Твиттере игрок написал, что когда сборная побеждает, президент Федерации футбола и его сторонники относятся к нему как к немцу, а когда команда проигрывает, он становится для них иммигрантом.